Это традиционное мероприятие, которое еженедельно проходит в стенах детской библиотеки. Каждый раз ребят стараются удивить новыми интересными фактами и событиями. В этот раз ребятам поведали о разных городах нашей страны и их достопримечательностях. Например, школьникам объяснили происхождение слова «Русь». Оно ведет свои истоки от слова «русло». Русь – страна рек и озер. Дети внимательно слушали и активно участвовали в известной игре «Города». Они и сами с удовольствием рассказывали о том, что знают. Ребята узнали о том, что в нашей стране проживает более 190 национальностей, что нам есть чем и кем гордиться. Это Александр Пушкин, Петр Чайковский, Майя Плисецкая и Юрий Гагарин. Вот далеко не весь список великих имен России. А сколько у нас городов-миллионников? Оказывается, их 15. Очень понравилось смотреть самые большие города-миллионники, потому что многих городов я даже не задумывалась, что у них так много населения. Подобные встречи в детской библиотеке расширяют кругозор школьников и помогают им в дальнейшем обучении.